Всем доброго здоровочка, с вами Кипи. Сегодня мы продолжаем прохождение игры Dead Space 3. В прошлый раз мы остановились на этом, ну здесь вот на этом боссе, в этом месте недалеком. Не могли его пройти. Я так почекал в интернете, почему такая фигня. В общем, я раньше-то проходил как-то, все нормально было, сейчас почему-то у меня с группунами, в общем, беда. Не работает почему-то у меня кнопка F, то есть жму, она не реагирует. То есть нашел такой момент, что это считается еще багом многих людей. И есть как бы обход этого бага. Я не понимаю, правда, почему так связано. Ну попробуем. Сначала попробуем еще раз пройти так, без всего, а потом попробуем использовать это решение. Так, давайте еще раз попробуем. Давай, иди сюда. Я уже что-то, правда, давно не играл. Немножко надо это, сразу с босса как-то начинать. Ох ты, сволочь. Пошел ты. Да, вот только вас еще не хватало. Блять, а где заводить-то? Вот он. Хранить. Ну, допустим. Сейчас посмотрим. Может и не сработает, потому что... Блин. Может надо заново там играть. Может и может получиться, в принципе. Надо немножко еще постараться. Сейчас. Умирай, тварь. Ой, я не могу, устал уже. Пипец. Вроде тянет, но все равно. В то же время... Да. Пиздец. Короче, попробую вернусь, когда пройду его. Я не могу так уже. Ребята, хвала Господу, я прошел. Вы знаете, сколько времени я пытался за кадром? Это пипец, ну не работает это, я не знаю. Раньше не было вообще с этим проблем, я не знаю, какого черта. Я еще изменил сложность для этого, думал, повлияет. Все, меняем все обратно. Так, это было включено. Я качество, наверное, у меня качество было это. Я качество, наверное, среднее в этот раз поставлю. Пусть среднее будет качество. Все, слава богу. Я уже думал на этом моменте закончу всю игру. Так, с тебя что выпало? О, коробка запчастей выпала. КССК. Давайте тут немножко пошаримся. Соберем все. Ай! Это нужно. Это добро нужно. Так, что тут еще есть? Явно что-то не собрали. Что я тут пропустил? Птичка. Где-то вроде бота, да, можно было выпустить? Что-то слышал звук.
Мы тут где-то. Во, сюда выставляем бота. Пусть нам ищет. Да и мы немножко поищем сейчас. Пипец, да. Не знаю, как так. Ух. У кого-то сразу, видимо, получалось. У кого-то не сразу. У меня вот не сразу. Да. Я уже чуть как клавиатуру не раздолбил. От этого. Жму-жму. Почему-то все равно это вырывается. Что у нас тут имеется? Ну все. Парочку аптечек. Ну понятно, ладно, нормально. Пока нормально, хорошо. Вот ждет на станке. Отлично. Вот это хорошо. Ну опять вверх. Ой, ладно. Лучше вверх пойду, чем с пауком этим драться. Я все никак не отойду. Блин, на самом деле. Я психую, блин. Никак не получается мне. Сейчас попробуем. Залезть. Ну, а надо немножко это, да? Давай. О, о, вы уже здесь. Чудненько. Шапка, такую погоду там можете ходить. Там же даже хуже, чем у нас. Там температура-то, планета такая, другая совершенно. Там уж под минус 60, если не больше. И что тут этот напоминает просто как корабль. Силуэт вот этот. Не знаю почему. Ни одному на Резидентом так напоминает. Там вот особенно. Какой чушь несу, да? Глава 14. Всему свое место. Исследовательский центр. Давайте. Так, что-то взяли. Лезем наверх. Высоко. Да. Да. А если бы обратно туда упал? Цел. А ты не хочешь спуститься со мной прогуляться? Нашли камикадзе тут. Ладно, ладно. Блин, тут бота можно поставить, а у меня нету этого. Ладно, мы еще тут будем, может, поставим. Ой, нам вообще не сюда. Это, походу, такая для бота хрень. Место, в смысле. Куда нам надо? Чудненько. Не той дорогой немножко пошел. О, как будто в хоррор. Захожу вместо. Твою мать. Помню. Такие противники новые. Опасные. Исчез, да? Нам туда. Блин, и здесь бота можно поставить. Да вообще. Не остановок.
двигался, мне показалось. О, пара птичек. Эти сволочи тоже здесь. Розетта. Чар, найдем эту розетку. Винтовку с автоприцелом нашли. Но автоприцел нам не нужен. Давай сломаем. Как? Три подряд на одной. Прекрасно. Такого еще у меня не было. Все когда-то случается, да? Впервые. О, нет. Слушай. Да, куда ты пошел? Что-то урон какой-то маленький совсем. Да. Сволочь. Сколько вас там? Вот эти серьезные противники. О-о-о! Нифига себе рванул. Тихо, тихо. В гардеробе доступен новый костюм. Отлично. Только я что-то не припомню, что здесь новый костюм был. Насколько помню, он попозже должен быть. Ты, новый костюм. Ну хотя, ладно. Я не это. Наоборот, рад. Что-то мне вот эта пушка подвела. У нее такая стрельность хорошая очень, мне нравится, но очень урон вообще практически никакого. Вольфрам. Ты смотри. Коп. На кооперативке только, да? Ну да, здесь есть такая миссия. Тут их несколько. Вольфрам. Чудненько еще. Давайте зайдем в гардероб, посмотрим, что там. Легионера костюм был разблокирован. Костюм. Хотя, да, может, тут и был этот костюм доступен. Я уже забыл просто. Легионер, не, он какой-то не очень. Мне вот очень нравится вот этот, мне данный костюм. Так, к здоровью нужно соматическую гель 1000. Что-то много. Стазис. Офигеть, преобразователь, сколько уходит. Так. Офигеть, как дорого все. Ну, давайте сделаем что-нибудь. Нет. 600-200. О, давайте вот сделаем длительность. Максимум, все. И пойдем в станочек зайдем. Мы давно не были, нужно ботов разгрузить. Два бота. А я, по-моему, три находил бота, нет? Не должно быть три бота, нет? Странно. Опять какой-то глюк. Бывает с сохранениями, да. Кстати, наверное, я вышел за грыжем, сохранился.
А, наверное, из-за сохранения. По идее, у меня должен быть шепот. Так, рюкзак. Плюс урон. Перезарядка, темп стрельбы. 2 урон, перезарядка. Перезарядка плюс обойма. Обойма плюс урон. Перезарядка плюс урон. Так. Плюс 2 урон. Перезарядка урон, перезарядка урон. А у нас тут... У нас много цепей, кстати. Можно продать. Перезарядка. Перезарядка плюс урон. Темп стрельбы плюс обойма. На. Урон плюс обойма. Перезарядка плюс обойма. Перезарядка плюс темп стрельбы. Темп стрельбы нужен вот сюда, вот. Дробовик. Плюс 2 урон. Так вот сделаем. Сейчас их продадим, все цепи. Меня пока устраивает все, что есть. Тем более с них сейчас вон сколько всего имею. Чудненько. Так, о, у нас даже 2 тростяного вала. Странно. Так, обоим 87. Здесь чего? Ничего. Ух ты! Сколько доступно? Я уже забыл, что у меня тут половина доступна. Винтовка с автоприцелом. Нижнего блока нет, что ли? Чилстильщик. Импульсная винтовка у нас есть. Теперь нужен вольфрам. Вот вольфрам нужен, да, металлический гром. Разрушитель смерти. Ух ты. О, нормально. Так вот здесь верхнего это. Маленький урон. Резак с болос. Сейчас еще прям чуть-чуть и выдвигаемся. Посмотрю, что у меня есть. Я уже просто не помню нифига. Нижний блок. Да, наверное, ничего тут, скорее всего, делать не буду я. Ладно, все, нормально все у нас пока. Вот ждет на станке. А, третьего мы запустили, 2 у нас было. Это... Нет, стоп, или нет? А, вот ребота. Чё-то бак, глюк какой-то был. Так, куда нам? Нам сюда. Прекрасно.
Сейчас будем скоро заканчивать. Может, выпуск небольшой будет в этот раз. Ну, у меня там склеивания много будет. Учитывая того, что я менял когда настройки, запись, то есть она автоматически пропадала. Ну, в смысле, останавливалась, потом заново запускалась. Это отдельное видео этот. Так. А нам сюда. Даже инструкции есть. Уже здесь. Ух ты, лаборатория Зеты, да? Чё там? Маленькая птичка, берём. Кодекс собрать с помощью Розетты? Ну, дай пройду, чувак. Что там делать? Почему тебе нельзя? Какая разница-то? Что прям уж такого? А ты прям понимаешь все там, да? Чудненько. Ну что делать? А, первую часть надо, да, достать? Вот сюда нам надо. Ладно, давай. Прекрасно. Мне интересно. Сейчас. Мне интересно. Вот это все Most of the doors were locked down from what I could see. Yeah, well, you're in luck. Look what I found, a security pass. You want to give it a shot? Hey, why not? С ноги все откроется. К чему, что говорил-то? Вот эта вся конструкция строилась, это вот чисто что, под эту розету что ли? То есть больше ничего здесь не предполагалось, да? Ключ исследовательского комплекса. Great, thanks. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. Начинаю обеззараживание. Пожалуйста, подождите. Так, у нас... Ага. Раз, два, три, четыре части. Надо собрать. Лифт с подушечками. В доходе биологического, в другом биологическое исследование, а в третьем геологическое. С какого нам начинать? Все равно, только будь осторожен. Она вроде бы говорит нам, мы. Она вроде говорит мы, тоже считает меня. Так. А куда мы пойдем сейчас? Биология, палеонтология. А, тут тоже можно выбирать, да? Давайте сходим в геологию тогда.
начала. Стазис батареи. Тут, по-моему, две бонус-миссии будет в этой главе. Пилорез мы взяли. Ну, если что, продадим. У нас, по-моему, есть или был. В общем... Штука знакомая. Ну куда нам? О, прям сюда, да? Чудненько. А тут еще ведь ящик. Ой, стоп, там что-то еще. Оптический прицел, но это продадим. В общем, продадим. Тут, это, наверное, логичная винтовка с автоприцелом, то, что мы подбирали. Идиотично. О, привет. Я уж не помню, правда, мы встречались с вами или нет? По-моему, встречались. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, надо было в биологию идти. Черт. Как вы орете, а? Куда? Что-то у меня не то оружие, по-моему. Да, вот сюда надо обойму ставить. Опять. Ой. Все? Я хотел кого-нибудь пульнуть в вашем же частям тела. Куда нам? Сюда. А здесь чего? А, у меня нету ключа карточки. Может, бонус миссия? Так, что-то взять. Что-то там есть. Артефакт. Да, не нужны они. Так, для галочки. Так. Я вот сейчас смотрел еще статистику за кадром, но много чего пропустили. Вот этих артефактов, всяких цепей тоже пропустили. Не знаю, где это все. Вроде все осматриваю так. Ну и ладно. Блин, опять. Ах ты сволочь, сзади. Выходи. Блин, я промазал, да? Аптечка-то, жизнь-то. Нулевка была. Интересные твари. Немного хитрые.
Упс. А сзади нехорошо подбираться и атаковать одновременно. Так, застрелил вроде. Сдохнет уже. Фу. Да, было тяжеловато, молясь. Так, тут бота, наверное, где-то можно выпустить. Ага, выставляем бота. Отлично. Идем далее. Сколько у нас вообще чего интересного? Ой, у нас аптечек ни черта нет, ребят. Последний применим. Оп, там. Чувак ищет меня, да? Он, например, здесь, в этой где-то это местность. Он со своими людьми давно бы уже распорядился там приказом. Типа там группа там разделится, там ищет пол здания, там эту территорию, эту ищет группа и так далее. Ну, странно. Пару человек так видел по дороге. Удивительно. Ну ладно, тем не менее, на этом моменте мы остановимся. Надеюсь, понравилось. Увидимся в следующий раз, продолжим собирать части Розеты. Мы пройдем уже в геологию. Всем спасибо за просмотр, всем пока.